Приветствую, друзья, подписчики. Давно не выезжали на коп, были обстоятельства. Приехали сегодня немножко времени, у нас есть, приехали на свои любимые поля. Осень. Какой ноября? 10 ноября. Уже снег был, уже растаял один раз. Некоторым людям, которые постоянно задают вопрос, почему мы здесь по зеленям ходим. Еще раз объясняю, уже много раз говорил, что в самом начале лета мы шли по дороге вдоль деревни. Здесь были посадки. Естественно, мы не отморозки, мы их не трогаем. Мимо едет трактор. Там сидит тракторист и агроном местный. Ну, он фермер, агроном, я не знаю, кто хозяин полей. Остановился, что делать? Я говорю, монет копаем. Я говорю, ну мы по дороге здесь пройдем, по тракторной. Вон, доходите где хотите. Я говорю, почему? Говорит, ну, говорит, мы, говорит, скорее всего, ничего с ними делать не будем. В общем, без разницы. В итоге так и получилось. И потом уже пастух нам рассказывал, что каждый год их сеет, и каждый год их даже не косят. Почему, я не знаю. Здесь постоянно, говорит, с утра у кабаны кладут топь. Зачем-то их засеивают. Они очень далеко, эти поля, находятся. Так что это вот... А осенью еще и коровы. Да, осенью уже и коров сюда загоняют. Так что тут ответ некоторым подписчикам, которые говорят, что мы отморожены. Мы не отмороженные. Мы не творим того, чего не нужно делать. Ну, сначала разрешение спросить. Конечно. А, ну да, первый сигнал сейчас покажем. Вывалился у нас очередной кружок. То ли Екатерина, то ли Елизавета. Вот какой-то год. Ну, битая, как всегда. Медь здесь, конечно, к сожалению. Не, бывает. Павлы иногда сохраняются. Петры, да, в хороших, сохранных вот, вот оттуда. Но в Ирпашке они вообще не сохраняются. Вот. Иногда бывает нормальный сохран, иногда нет. Павловский хорошо медь сохраняет, вот этот грунт. Александра никак. Ладно, бродим. Сегодня побродим, и завтра еще чуть-чуть побродим. Но мы еще не собираемся закрывать сезон, имейте в виду. Так что все смотрим, что дальше будет. Вот, добрались до третьего поля. Трава прилегла, не скошена. Вот видите, что делается. Смотрите. Я сейчас покажу. Вот. Вот, вот, вот он где Люба, видите, черное. И так вот по всему полю. Вот это кабаны. Они уложили всю траву, которую только можно. Вот везде все черное. Видимо, поэтому они их и не косят столько лет. Только зачем сажают, не понятно. А? Хлещ трактора, да, там просто. Ладно. Вот еще нарыто. Так, сигнал. Копеечка. Сейчас приближу. Вот что. Странно. С этой части вот. Когда советов не было. Они были вот там, возле деревни. Вот так вот роют. Бульдозер отдыхает. Да-да. Да уж. Давай сейчас попробуем. Ничего, нас ругать. Ладно. Так, что у нас здесь? Вот такая забавная цепочка. Блин, я в самой липкой грязи. Ну и монета такая. Ну, с разных ямок, естественно. По этой вот части все находки были. Там мы не ходили, особо никогда не чесали. Но и сейчас не получится, потому что этим, по этим кабанячьим разрывам это как по пашне, по свежей. А то и похлеще. А то и хуже, да. Павлух, господи. Павел, да? А, ну Павел, да, надо всегда. Как всегда. Что здесь? Здесь больше всего Павла было. Да. На, я... Чистеньким, 42-й. Потом помоем, покажем. Павел первый. Вот деньга. Хором. Хором сказали. Так, идем в сторону лесочка. Там посмотрим.
какая-то деятельность. Ну, что, сигнал? А нет, это Петр. Где же? Нет, не дом. Убитая причем. Потертая. Ну да. Такой какашонок. Какаленок. Осень не уныла, да? Сейчас снег только что шел, такой маленький прошел. Так, ребят, в конце концов, вот те леса, пролезки, которые вот все лето мы хотели забраться, не получалось. Все-таки мы пролезли. По краям, конечно, бурелом. Но в середине, вот, смотрите, вполне себе ходильно. Вот, первый сигнал отсюда. Вот такая прелесть. Кстати, сохран какой прикольный. Ой, ну, это перелесок как раз на церковной земле. Вот, да, на этом месте была церковная земля раньше. Соответственно, здесь, если даже здесь раньше и пахали, ну, сажали что-то немного в те годы, то, естественно, химии-то такой не было. Если что-то найдется, конечно, то сохран теоретически должен быть гораздо лучше. Вот. О, разорались. Вот, поэтому мы посмотрим сейчас, походим. Уже темнеет, елки-палки, мы приехали. Да по полю чуть-чуть походить, а полезли в лес. Мы вот просто хотели пройти. Ладно. Отошли чуть-чуть от крестика. Монеточка вывалилась. Что-то не палит. Палил раз. Да? Ну, похоже, да. Ну да, палил раз. Потом будем отмывать. Ладно, покрутимся здесь, сейчас пока не стемнеет. Ладно, фонари-то есть. Выведем, если нет. Что еще интересно, видите, прогал. Вот мы его не видели даже на спутниковых картах. А это типа полянки, туда сходим. То есть с того поля, да, у нас шла, ну, вот это вот растить, ну, деревья. И здесь вот у нас. Мы не знали, что там есть полянка какая-то. Еще унитаз, но у него воды нету. Полушка, по-моему. Ну или что-то типа того. Ну, если будет живая, прикрыта. Ходим. Так, ребят, стемнело. Выбрались вот. Ага. Выбрались из этого перелеска. Короче, стоит его бить. Это мы еще в лес вот тот не зарезали. Только тут чуть-чуть пробежали. Сейчас темно уже, без глаз остались. Выскочил сигнал, идем к машине. Такой тонюсенький крестик. Вот целенький. Ну да. Один ролик сделаем завтра, потому что хотим в лес вот что-то слазить. Вот, не будем уже разбивать по дням. Сейчас идем к машине, уже темно. Опять какая-то морозь. Дождь с чем-то начался, со снегом. Холодно. О! Фокус пропал. Так, с добрым утром. День второй. Вчера уже в темноте шли обратно. Еще там несколько находок нашли. Нашли крест красивый, но сломанный. Ой. Скорее всего, из оловянистой бронзы. Потом вот я прикрепим фотографию. Там сигнал первый. Вот. Сейчас, как и говорили, сейчас попробуем дойти до того леса и войти в него. Все-таки, наконец-то. Все лето пытаемся. Все. Если что-то будет, будем включаться. Идем в сторону леса, как и хотели. Прибыл по полям сигналов, конечно, мало. Мы его уже подсобрали. Это вот выскочила медная чешуечка. Естественно, ничего не видно. На ней, как это обычно бывает, заказали на Алиэкспрессе вот такие тубусы. Для вот всяких мелких находок, чтобы хлоп туда и там сидим,
Закрутили. И закрутили. Главное потом сам тубус не потерять. Вот еще его надо на веревочку. Так, ну наконец-то. Давно не находили. Серебрусечка выскочила. Ну, так? Да. Ну по размеру дайте тачок. Сейчас не понятно. Здесь пряжку рядом подняла, била. Ну, как обычно, 30-й плюс-минус. Ну, так бредовый сигнал. Этот также сейчас меня бахнет. Ну, тоже какая-то хрень. Сажу забрали. Нафига. Да, у нас 5 копеек. Сейчас сниму пока. 5 копеек, 1888, прикольно. 888. Александровский. Полтину. Или подожди, Александровский. 888. Николай уже. Николаевская уже. Значит, 500-ка что ли, проба. Ладно, пока идем дальше. Никак руки не дойдут. Штатив небольшой заказать. Такой, чтобы в рюкзак помещался. Чтобы. Не всегда получается. Да, обычно не получается снимать онлайн. Потому что разбегаемся. Крестик вывалился. Сейчас покажу. Такой вот. По годам, векам говорить не буду, потому что не знаю, к сожалению. Пока еще путаюсь. Так, у Люк там еще один сигнал. Если что-то будет, покажем. Идем к лесу. Онлайн, конечно, но... Куда? А там где-то в комке. В общем, весь день сигнал тебе. Вот куда он идет? Вот тут. Коротенький. Вон что-то торчит. Не тут. Или меня глюч. Вон он. Что? Советская? Советская. Монета? Да. Да, монета. Советская. 10 копеек там. Ну да, всему либо рамочник, либо что-то. Но здесь зона советских монет. Вот этот треугольник. Почему-то только здесь они попадались. И белоны, и... Да, здесь 10 копеек 21-го значит, года. Здесь какая-то движуха-то была. Советская. Вот десенчик, походу, рамочник. А что это? Это ли империя? Это империя. Сейчас какого хрена она красная такая? Ну ты же знаешь, бывает такая медь, окисляется так. Не понял. Не знаю, ветер задувает, не задувает, уж извиняюсь заранее. Непонятно? Непонятно. Нет, это не совет. Не спрашивай, не совет. Ох ты, ёпта! Ой, я извиняюсь. Ты Екатерина. А что она здесь делает? Советы. Эти вензи. Что она здесь делает? Уж не будем сейчас шоркать ее особо. Потом будем очищать, смотреть. В домик. Оп. Да, унылый все-таки вид. Хотя осень золотая, но уже не золотая. Ладно. Такая и есть. На яблоко. На яблоко. Ой-ой. Копейка 35-й год. Пока нет. Так, в домик. Идем. Тоже не до конца онлайн. Нашли. Попробуем заснять. Очередной лужа.
Оно. Оно. Что это? По вашему предположению. Сделаем ставки, господа. А-а-а. Какого царя какали? Помой. А, ну тут тогда, кстати, что воду брать. Павел, наверное, какой-то. Нет. Нет. Угадал. Неужели ты по толщине не обратил внимания? А я не обратил. Ну да. Николаевский формат. Как? А вот год я не вижу ни хрена. Реально не видно года. Формат Николаевский. Давай покажи. Что ты видишь? А, ну да, ну. Копейка, походу, сейчас покажу. Копейка, да? А, две копейки. Вот. Вот не видно. А, хрена там, 1868. Александровский. Берем. Странно, они здесь редко. Редко, да, вот эти вещи. Так, очередной сигнальчик. Малюсенькая. Еле нашли. Это полушечка, что ли, получилось. Ну, птица, да. Затертая сейчас. Птица открыли. С птичкой. А там что-нибудь видно? Нет, на той стороне там ничего нет. Совсем. Или даже перевернуть. Да она милипиздическая. Дай. Не переворачивайся, слышишь? Нет, что-то там проглядывается, чистит. Это не шумно. Ну, а затерт. Ладно, пойдем. Так, залезли мы наконец в этот лес с горем пополам. А вот посмотрите, сейчас на камеру попробую показать. Не, на камеру не видно. Вот прогал. Вот она дорога шла. Шла вот она оттуда. И видно. Но здесь такой лес, здесь искать, конечно, очень сложно. Если только дальше. Здесь живут эти, как их? Кикиморы всякие персонажи. Да нет здесь бобров, где им здесь домики строить, здесь воды как таковой нет. Это лоси жрут. Да? Грызут дерево? А может и нет, блядь, хуй я знаю. Ладно, попробуем, конечно, но не уверен. А стой пока, я сейчас проверю. Да, к сожалению, лес находки не радует, потому что заброшено, потому что бобры, что могли, запрудили. Все заброшено, ничем никогда не чистится. То есть, ну видите, да, вот, вот такое, оно везде. Просто везде. Перемежается иногда вот звериными тропками. Палки, елки. Тут этого, кстати, леса не было. Старый лес начинается дальше. Но мы не перелезем через болото с этой стороны. Будем когда-нибудь тогда потом следующим пробовать с другой стороны. Вот. А сейчас на данный момент мы пытаемся пройти. Ну, к этой старой дороге, наверное, пройти. Которая... А у тебя стоит это? Ну что стоит? Где? 18-е? 18-е это где мы вошли в этот лес. Стрелка у тебя на что? На север всегда установлена? Стрелка, да. А вон 10-я точка, не знаю, 17-я где точка вообще. Вот 17-й это машина. Ну, нам надо на 18-й. А 10-й это угол первого поля. Мы стоим недалеко от выхода. Вот он вот здесь, а выход мы вот там вот заходили, а выйдем мы вот здесь. Ну пойдем туда, слазим, посмотрим. Вот как-то так. Итак, друзья, разведка, конечно, к сожалению, нас опечалила. Там мы вошли вот за теми деревьями в конце того поля в лес, который мы очень хотели, куда уходили эти дороги. Прошли все краем леса. Да, видели, я как бы, ну, снимал. Вот, и вылезли сейчас сюда, вот она дорога ходила на урочище.
где там тоже затоплено. То есть, к сожалению, с этой стороны в старый лес, который находится дальше, не попасть никак. Не, ну можно, конечно, попасть в Забродниках, полезть, но толку никакого, то есть там все завалено и залито. Бобры свое дело сделали, река цена. Я не уверен, что весной будет лучше. Еще хуже будет. Так что будем пробовать в следующие разы попасть с той стороны. Ну а сейчас уже день добиваем, как всегда. А? Так, ладно. Ну все. Разведка нам все объяснила. Как я надеялся найти. Так, ладно, очередной сигнальчик. Покажу. Вот такая красотульчик, только помню. Ну, думаю, что ее можно разогнуть. Она не сломанная, она такая безразметная. Ну ладно, уже подходим. Вот такая красота. Сигнальчик у нас очередной. Вот такая штучка. Попробую сфокусироваться. Чешуйка, чья, не пойму. Ну, наверное, это деньга или копеечка. Штучка для Ой. Чешуи? Да. Вторая оранжевая. Хлоп ее туда. Там сидит. Не теряется. Ну ладно, да, лес разочаровал. Ну, бог с ним. Два сигнала. Очередная пуговелька. Целенькая и... Охренеть мне. Вот такая вот. Возьми гирьку. Вот такая фитюля. Знаешь, что похоже на современную? Наверное, современная. Кто знает, подсказывает, вот что это. Ну, по-моему. Ладно. Интересно. Хочется, чтобы уже, наверное, снежочек чуть-чуть выпал. Все серое. Надо, чтобы побелело. Так. Сигнальчик. ДУшечка. 32-го года. Такая монеточка еще у нас. Сегодня есть. Так. Очередной крестик выскочил. Серенький. Очень даже ничего. Не, больше не маньчок. Это вот фигня. А, вот гирька нашел. Ну, да. А это ты? Да. Господи, блин, я уже с ума сошел. Куда все теряешь? Что вот это за фигня такая? Какая-то помпуся. Ну, не современная. Фитюлька. Ну, блин, еда. Так. Очередной сигнальчик. Пришел к нам. И появился на свет. Дай крестик целенький. Что, в общем-то, опять же приятно. Машинка там стоит. Так, ковыряемся уже возле машины вот здесь. По чуть-чуть. Тут уже поздний советик каким-то образом у нас выскочил. 56-й год, лужечка. Что там у Люб, я пока не знаю. Подойду сейчас спросим. Так, решили вот здесь еще чуть-чуть походить. Уезжать рано, еще 2 часа только выше. Выскочил рамочник. 10 копеек, по-моему, 56-й год. Непонятно, как всегда, подубитенький. Но все равно приятно.
Так, ребят, не усидели мы дома. Нам несколько часов до отъезда в Москву. Мы решили местечко одно проверить. Да, вновь сюда собираюсь, что-то никак руки не доходили. Заехали, а тут, мама дорогая, а тут заброшенная деревня, часть. То есть одна деревня там, вот где мы думали, что она основная. Нифига, старая деревня вот здесь. Смотрите. Естественно, здесь пробой есть. Не с трактора, охотники ходят, проезжают. Смотрите, дома стоят брошенные в лесах. Вон раз. Два, три. Улица вот здесь была. Мы сейчас пойдем пока поле пробьем. Вон то я хотел. Покажу. Вон за тем бурьяном. Там вот. Ну потом, конечно, мы еще сюда вернемся. Все. Так, ребят, вышли мы на это поле. Я думаю, что разведка разведкой. Вот там дальше урочище, были дороги. Вот там уходила дороги на наши поля. Вышка охотничья стоит. Ну, это понятно. А? Ну да, их давно не обрабатывают. Катушку провести невозможно. Видите, какие колтуны. Так что оставляем его до весны. Сейчас уходим еще на одно местечко. Ну что, дорогие друзья, на этом выходные, к сожалению, заканчиваются. Вот. Нашли некоторые интересные места на весну. В том числе заброшенную деревню. Ну, сейчас там высокая трава. Так. Оттуда сейчас выехали, здесь немножко вот по этому полю походили, здесь старая дорога была, но мы здесь тоже ходили на видео. Находки были несколько, ну, штук 5 медных монет. Чешую нашли. Не снимали, сильный дождь со снегом, чтобы технику не угвоздить. Вот, из дома покажем общее, что нашли за выходные. Так что не переключаемся. Смотрим. Итак, дорогие друзья, как и говорил, снимаем находки. То, что вот за эти выходные мы ковыряли. Ну, в принципе, ну как, в зачет уходит сколько мы? 4 чешуйки, одна из них медное серебро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько тут получается? 6 целых крестиков. 5 целых. 6. А, маленький. Да, гнутый. Вот этот, конечно, красивый был, но, к сожалению, сломанный. Ну, медь с советами, как обычно. Там, по ходу дела, будем прикреплять. Гирьки. Перстень. Да, перстенек гнутый, но целый. Красивый. А, ну и вот, сегодня дернули. Это бок пропеллера. Крестик, к сожалению, опять не целый. Крыло. На этом мы заканчиваем данный ролик. Всех рады видеть на канале. До скорых встреч!